Благодаря партии «Единая Россия» в Свердловской области успешно реализуются социально значимые проекты, которые находят поддержку на самом высоком уровне. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, выступая на заседании Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». Для проведения совета в Екатеринбург прибыл секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. В мероприятии также приняли участие представители регионов Уральского федерального округа. Евгений Куйвашев отметил, что для Свердловской области большая честь принимать встречу такого уровня незадолго до главного политического события 2018 года – выборов президента Российской Федерации. Вся партийная работа организована, органы исполнительной власти нацелены на чистые, открытые, легитимные и прозрачные выборы. Мы уверены, что уральские избиратели с открытым сердцем и чистой душой придут на избирательные участки. Губернатор отметил, что органы власти Свердловской области вместе с «Единой Россией» держат руку на пульсе, работают над решением проблем, которые волнуют сегодня жителей региона. Евгений Куйвашев также подчеркнул, что уральцы знают, что благодаря «Единой России» в Свердловской области успешно инициируются социально значимые проекты, которые находят поддержку на самом высоком уровне, в том числе лично президента Российской Федерации. Важно, чтобы и члены Артемовской ячейки «Единой России» сплотились в деле укрепления не только позиций партии в местной Думе, но и в работе по повышению качества жизни своих земляков, создание в муниципалитете благоприятного инвестиционного климата и социально-экономической обстановки в территории. Наши единороссы это хорошо понимают и призывают к объединению все здоровые общественные и политические силы округа. Ведь только совместными усилиями возможно сделать жизнь артемовцев лучше.